Привет, меня зовут Саша, я из России. Я учусь на магистратуре International Business на английском языке. Интересна жизнь самого университета, красивый кампус, в принципе, это все компенсирует. И при большом личном желании можно учиться и получать довольно качественное образование. Скажи, довольно насыщенное, то есть практически все. Зависит от ваших предпочтений. Да. За 2 года, которые я здесь нахожусь, я знаю практически каждый уголок этого кампуса. И всегда есть автобусы на заднем плане, то есть никаких проблем. Вершина холма, которая находится недалеко от нашей общаги, на мой взгляд, самое лучшее. Но если вы приезжаете конкретно в Ухань, то я думаю, что это лучший университет. Университет даже очень хороший. То есть никаких вопросов особо, претензий. Планы довольно перспективы. Я думаю, что я не останусь в Китае навсегда, это 100%, но на какое-то время, возможно, на первое время, там несколько лет, то есть такой вариант возможен. Домой тянет, да, но в принципе можно ко всему привыкнуть, и русских тут тоже очень даже много, поэтому я думаю, что свой круг общения всегда можно создать. Сейчас в автобусе я встретил девочку из Германии, но она русская. То есть, опять же, то есть людей очень много, и никаких проблем в плане общения на родном языке нет.